Проезд для школьников Московской области, добирающихся до учебы с пересадками с помощью карты «Стрелка», сделают дешевле. Соответствующее поручение губернатор региона Андрей Воробьев дал министру транспорта Подмосковья. Как подчеркнул губернатор, цель внедрения «Стрелки» – сделать поездки в общественном транспорте более выгодными для жителей. С использованием карты при частных поездках стоимость постепенно сокращается до 20 рублей. Глава региона Олег Хромов на еженедельном оперативном совещании обратил внимание представителей управляющих компаний жилищно-коммунального хозяйства, осуществляющих деятельность на территории городских и сельских поселений района, на мобилизацию усилий всех служб жилищно-коммунального хозяйства района, на ликвидацию последствий снегопада и очистку территории от снега. Двадцатого января в 17:30 в Центре культуры состоится отчет главы сельского поселения совхоз имени Ленина Елены Добренковой. С 16:30 до 17:30 в фойе жители поселка смогут получить консультации у специалистов соцзащиты, пенсионного фонда, ЗАО, управляющая компания совхоз имени Ленина Плюс, представителя Развилковского отдела полиции. Двадцать 2 января в детской школе искусств города Видное состоится семинар-встреча главы Ленинского района Олега Хромова с жителями. Тема – дороги и инженерная инфраструктура. Начало в 17:00.